Объединить игровые и спальные комнаты в детских садах предложили в управлении образования Караганды. Более того, чиновники хотят сократить нормативы по площади на одного ребенка, то есть доукомплектовать и так переполненные группы. Это позволит сократить очереди в детские сады, вот только не все педагоги считают эту идею хорошей. Людмила Батюшкина продолжит тему. Это открытие детского сада «Звездный», в котором сейчас находится станция техобслуживания машин. Антонина Зимарева, можно сказать, ветеран дошкольного образования. Вспоминает, что в советское время также был дефицит детсадовских мест. В стране привычной была картина, когда воспитатели и няни каждый день устанавливали в игровых раскладушки и на них укладывали детей на тихий час. Можно и в пещеру пойти. Это же назад, шаг назад. Ну, Казахстан – богатейшая страна. Неужели мы настолько бедны, чтобы сейчас возвращаться в 50-е годы? На сегодня в очереди на детские сады по Казахстану 260 тысяч детей. В Карагандинской области не хватает 33 детских садов. Очередь почти 14,5 тысяч детей от 3 до 6 лет. Только за последний год она выросла на 4 тысячи. И в ближайшее время вырастет еще на 5,5 тысяч из-за всплеска рождаемости и миграции. Управление образования вышло с предложением о необходимости внесения следующих изменений в действующий СанПин. Первое – это проводить расчет проектной мощности дошкольной организации не из расчета 2,2 квадратных метра на одного ребенка, а на 1,6 квадратных метра на одного ребенка. Второе – увеличить наполняемость групп до 30 детей. Этими мерами можно будет добавить 4 тысячи мест, подсчитали чиновники от образования. Еще 5,5 тысяч мест смогут предоставить бизнесмены, открыв частные детсады в рамках государственно-частного партнерства. Немного улучшат ситуацию мини-центры. 38% – это от существующей очередности на сегодняшний день, да? Это от существующей очередности 14 тысяч человек. Только процентов 38, 40 мы закроем? 40% мы закроем, если без строительства. Понятно. И требуется, по вашим расчетам, 33 детских садика строить. По нашим расчетам так. Проблема с очередностью есть еще в нескольких областях страны. В министерстве уже поддержали предложение Карагандинского управления образования. Вот только опытные воспитатели уверены, что к добру это не приведет. Потому что нынешнее поколение детей гораздо слабее здоровьем, чем предыдущее. А в тесноте и вирусов будет собираться больше. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро Караганды.